Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать, как я пересаживаю котлеи. Эту гибридную котлейку купила неделю назад. Выбирала я, чтобы не было срезов, бульба и по нарастающей. Конечно, чем больше бульб, тем лучше. Конечно же, я обращала внимание на листья, чтобы были чистые листья. На просвет тоже, чтобы не было внутри никаких жилок. Купила я ее неделю назад. Принеся домой, я сразу ее замочила в горячей воде 45 градусов, чтобы убить всех насекомых. И котлея выдерживает 50 до 50 градусов горячей воды. Ну вот, вроде начнем. Так как котлея цветет, нам нельзя сильно тревожить корешки. Мы аккуратненько вытаскиваем из горшка. Корешки очень хорошие. Слегка прочищаем кору. Видно мох. Но я не буду это все очищать. Котлейка цветет. Чтобы сильно не тревожить. Сажу я вот в такие глиняные горшки. Мне очень нравится в них выращивать орхидеи, так как орхидеи в ней не зальешь. Глина всасывает в себя хорошо воду. Так. На низ я прокладываю пенопласт. Это очень удобно. Экономно. Делаю небольшую прослойку. Проходил воздух. Так, кору я покупаю уже готовую. Она вместе с углем. Кору, конечно, я принеся домой, я ее провариваю, чтобы не было никаких вирусов, грибков. Так, прокладываем. Видим орхидеи. Смотрим, нет, слишком высоко. Орхидеи не любят просторные горшки. Если вы посадите в просторный горшок, она будет... Пока будет наращивать корни там в горшке, она может болеть, не расти и не цвести. Так, ну вот вроде все. Смотрим, чтобы орхидея была чуть выше горшка, потому что при поливе, если будет орхидея находиться ниже краев горшка, то вы можете... При поливах, при долгих просушках она может у вас просто загнить бульбы и пропасть. Так, поставим сюда. Проложим пустую часть корой. Ни в коем случае нельзя ее уплотнять. Кашке. Так,
корни должны дышать. Вот так мы пробиваем, чтобы так. При пересадке я пользуюсь вот таким минеральным удобрением. Это чистое удобрение от натуральных продуктов, без всякой химии. Нужно совсем немножко при пересадке. Орхидеи болеют, чтоб меньше орхидея стрессовала. Да, прикладываем, добавляем эту минеральную. Сверху я прокладываю мох. Мох мне нужен для того, чтобы создавать около орхидеи свой влажность, атмосферу влажности, и чтобы не сильно просыхал у меня, значит, не сильно просыхали у меня корни. Мох я прокладываю слегка влажный, так как после посадки орхидеи с неделю должна находиться сухой, то если при пересадке даже есть корни, которые мы повредили, чтобы они не загнили. Влажный мох, он создаст влагу и не будет ей так сухо. Ну вот, посадили мы орхидею. Получилась она у нас выше горшка. Сейчас ее можно нести на балкон. Вот. Вроде бы и все. Спасибо большое за просмотр.